Пошли! Дан старт! Ну что, друзья, 2400 метров, это полтора круга, да, почти два круга. Сейчас они пройдут перед нами первый раз. А затем финиш будет также здесь, перед сценой. Дистанция 2400 метров. Я бы поставил на ряды. Куча под белой, да? Очень плотно идут лошади, и поэтому, я думаю, все будет решаться буквально таки на последних метрах. Друзья, я напоминаю, что по завершении этого заезда у нас состоится пропущенная нами скачка, перенесенная. Это участники жеребцы кобылы 3 лет и старше верховых пород, дистанция 1600 метров, кубок мэра. Скачка. Да, кубок мэра города Иркутска. Не приз, а кубок. Прыжок, да, идет первым? То есть в конце он еще и прыгнет. А вот что и на хоть? Инохоть. Как правильно? Расскажите нам чуть поподробнее про дословно иной ход. А что случилось там с одной из лошадей? Она отстала, так шла в лидерах. Допущена ошибка какая-то была наездником. Итак, друзья. Прыжок давай. Остается буквально чуть-чуть. Второй попутчик? Попутчик прыжка, я так полагаю. Вы послушайте только наездников. Внимание, самое интересное сейчас. Чтобы им графа не слышали. Прыжок все-таки допрыгал до первого места, да? Давайте поаплодируем всем участникам этого забега. Вот они еще завершают дистанцию. Позади 2400 метров.